She's a whistle on the wind, a feather on the breeze, a ripple on the stream, she is sunlight on the sea. Нас зовут Даулет и Наргиз. Наша группа так и называется, Даулет и Наргиз. Falling gently through the trees, and I love her. Мы уже как год вместе и поем, и встречаемся, можно сказать. Clever as a crow. Сегодня мы будем петь песню из сказки «Принцесса, красавица и чудовище» «Beauty and the Beast». Вот такая красивая песня о любви, в общем, вот. Она нам подходит, кажется. Yeah, well, год мы учились вместе, но, в принципе, так особо не обращали на друг друга внимания. Это и я так... не обращала внимания на тебя. Нравится то, что она в первую очередь талантливая, как это и шоу называется, в принципе. Красивая, добрая. Я всегда наблюдаю за тем, как он сидит, пишет музыку, возьмет гитару, начинает что-то наигрывать, и это меня каждый раз влюбляет в него. Да, он очень талантливый, творческий, и он заряжает меня, он как донор энергетический. У него куча песен. Да, и, да, он просто песни никому не показывает, вот я все его знаю наизусть песни. Когда я обычно участвую где-нибудь в конкурсе одна, мне очень страшно, я не могу побороть свое волнение, а вот сейчас как-то я себя спокойно ощущаю. Есть такое, да? Потому что есть поддержка рядом. Ну, волнение всегда будет присутствовать, мне кажется, нет такого артиста, у которого нет волнения перед публикой. А, просто вдвоем, наверное, как-то легче его преодолеть, это волнение. И, мне кажется, вдвоем интереснее, да, побеждать? Интереснее, не скучно. Здравствуйте! 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 Ой, какая пара красивая! Любите друг друга? Конечно! А признаться в любви? Друг другу сейчас? Конечно! Мы можем сделать это в песне! Да, кстати! Браво, какие молодцы! Начнем, может быть? Ну, давайте! Желаем удачи! Just a little change, small to say at the least, but a little scared, neither one prepared. Beauty and the Beast, every chance to save, every loss of pride. Sure, as the sun will rise, oh, oh, oh. Tell us all this time, oh, oh, oh. Sound is all the song. Bittersweet and strange, finally you can change. Starting as the sun, starting as the sun, riding in the east, tell us all the signs, song as souls arise, beauty and the beast, tell us all the signs, song as souls arise.
Спасибо. Спасибо большое. Ребята, все супер. Песня красивая, вы очень красивые, все классно, но вы сделали самое главное неправильно. Самый главный шаг неправильный – это ваш большой минус. Вы не поженились. Это красивая пара. Она не только красивая, но и очень талантливая. Вы, ребята, вы шикарно смотритесь. Вас шикарно услышать, просто нереально круто услышать. Да, очень красивый дуэт получился. Хорошо сливаются ваши голоса. Мне понравилось. Ребят, на самом деле, вот я вот сегодня вот наконец-то, вот за, даже за все такое большое время, вот вокалистов, которые появлялись здесь, они были хороши. Но вот что творит любовь, представляете, эти чувства. Господи, тут такие бабочки порхали по всему залу. Пластинка просто. Спасибо. Спасибо большое. Я просто получил огромное услышание. Даулет, Наргиз, я говорю вам да. Спасибо. Да. Спасибо. Спасибо. Я просто вас вижу уже в финале, я хочу вас видеть. Поэтому я вам говорю да, 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 да. Спасибо. Как погуляем, а? У вас 4 да. Вы проходите следующий тур, я вас поздравляю. Любите друг друга, берегите друг друга. Здравствуйте, меня зовут Фаридун, ее зовут Камила. Вот мы из города Душанбе, получается. Я пою, она танцует. Вот первый раз для вашего шоу мы объединились. За 2 дня до выступления, да, мы сделали номер? Да. Я к нему начала приставать в соцсетях. Не, это шутка, я ему написала, ответила на его историю, потом завертелась, закрутилась, и мы начали общаться. Она меня лайкала там в Фейсбуке, либо где-то что-то я добавлял. Потом как бы появились в Инстаграме у друг друга. Потом полюбили друг друга. Это не то, что моя стена, это железнобетонная гора, которая около меня рядом. Как бы у мамы сначала рак был, он был рядом. Потом, ну, произошло то, что произошло, он все равно был рядом. У нас говорят, Айзамин Толусмона, от земли до неба, я им буду благодарна всю жизнь, я это все буду помнить. Без него бы я свихнулась, честно. Здравствуйте! Здравствуйте! Ну, что вы нам приготовили? У нас будет смесь песни с танцем. Ну, давайте, вы готовы? Я готов. А вы готовы? О, ну давайте, мы готовы. Мы с тобой как две планеты, есть вопросы, нет ответов, но без тебя схожу с ума, я без ума. Мои мысли, листы, песня, и нельзя нам без запретов. Ты одна на миллионы, ты моя, деспасито. Мы будем вместе с ночи до утра, с ночи до утра. Деспасито, не забудешь эту ночь без сна, ночь без сна. Время так медленно тает, но у нас это не пугает. Друг наш темнота, тут только ты и я. С тобою мы взлетаем, над городом летаем. Манит красота, это твоя судьба. Деспасито, не забудешь эту ночь без сна, ночь без сна. Деспасито, деспасито. Деспасито.
безмерно верная, от тебя никуда никогда не убежать, с тобою я. Да спаси, то ты моя, и с ночи до утра, не меняя власти, но тобою я двинут, мы падаем в небо. Спасибо. Мне понравилось, очень интересное исполнение было. Спасибо. Спасибо. Кому эту песню посвящаете? Песню посвящаю ей я. Молодцы. Я, конечно, уважаю людей, которые сами пишут, сами аранжируют. Аранжировка твоя тоже, да? Да. Угу. Я очень так следил за звуком. Но по мне еще она кажется совсем сыроватая. Мне кажется, что твои лучшие песни еще впереди. Да. Эта песня вообще, это вообще история любви, да? Ну, это середина нашей любви. Это середина? Он 7 или 8 песен посвятил, и у нас очень большое. И мы только 7 месяцев как встречаемся. Серьезно, каждый месяц по одной песне дарит? Ну вот, как-то так. Камила, ваши родители могут быть за вас спокойны, потому что вы в очень хороших руках. Я даю тебе возможность, чтобы ты еще проявил свой талант. Спасибо. Я говорю тебе да. Спасибо. А я в следующем туре жду от тебя красивую песню, чтобы ты исполнила. Хорошо, спасибо. Я говорю да. Спасибо большое. Спасибо. Я говорю да. Спасибо. 4 да получил. Мы спасибо, поздравляем спасибо, вас. Спасибо большое. Мы вас поздравляем. Здравствуйте, меня зовут Лена Надежда, а это мой супруг. Кахраман Ахназаров. Мы цирковые артисты, мы раньше работали воздушную пару на ремнях вдвоем. Буквально 2 года, как 1.5-2 года, мы перешли на новый жанр. Когда мы репетировали вот именно этот номер, были падения, там были вообще очень страшные падения. Цирк всегда есть. Это риск, да, это цирк. Травмы, падения всегда есть, без этого никак. Без доверия этот номер невозможно. Я считаю, что он очень надежный, но я за ним как за каменной стеной. Сильный. Это про него, да. Я не переживаю вообще. Вы к нам приехали с каким-то номером красивым, я так понимаю, потому что я вижу вон вашу сцену. Я не буду вас задерживать. Давайте посмотрим. А, давайте, Кахрамон. Красиво, вот вы так красиво смотрелись вместе и смотрите сейчас. Спасибо вам за номер. Надежда, такое вот обаяние, улыбка. К нам вот поступает, идет к нам вот эта энергия. И от Кахрамона такая мужественность и опора. Спасибо вам. Спасибо. Весь этот номер, я сидела такая напряженная. Я боялась, что как бы вы не вылетите из этого круга, да,
Как я поняла, вы недавно только начали заниматься на этих роликах, да? Да. Вот такого номера мы еще не видели, поэтому мне очень нравится. Спасибо вам. Удачи. Спасибо. Вам спасибо. Ну, конечно же, этот номер, мне кажется, он получился. Молодцы. Спасибо большое. Хохромон. Да. Спасибо. Да, я говорю да. Мне спасибо. Да. Надежда Хохромон, и я вам говорю да. У вас 4 да, вы переходите во второй тур. Спасибо большое. Как называется ваш коллектив? Канатоходцы Сураншиев. Мен есім Сураншиев Шавкат. Ар жақта менің ағам Сураншиев Шухрат. Жанында келіншегі мен женгем Махира Төлебаева. Және біздің жақын досымыз Құрбан Мамедов. Осы төрт мемлекет арасында осы Қазақстанды алдыға шығару үшін бізбен бірге цирк өнеріде насихатталады да. Осындай кейбір адамдар цирк десе клоун, жай акробат дейді, жануарлар дейді. Қатты бүйтіп жан жақты білмейді. На шоу Central Asia's Got Talent команда хочет не только заявить о себе, но и сломать стереотипы. К своим выступлениям ребята подходят со всей ответственностью и продумывают все до мелочей. В этом им помогает семья. Мынау цирк өнерінде біз отбасының ерекше бір жері цирктікі бәр нәрсесін өзіміз істейміз. Киім кешегіні мамасы жасайды, ағаштан жасаған мен жасаймын, темірден жасаған реквизитті ағасы жасайды, режиссер да өздері істейді, хореографисін де өздері істейді, қойылымын да өздері қояды. Жаңа деңгейде көрсетіп, сондайға көтеруге жылдан жылға тырысамыз. Я желаю вам удачи. Мы с нетерпением ждем начала. Прошу. Красавчики. Это сумасшедшая команда. Просто. Вы просто убили меня. Вы просто, я честно, я просто сидела, переживала. У меня просто и восхищение, и восторг, и переживание, все вместе. Да, крутой номер, ребята. А как долго вы занимаетесь этим? Около 10 лет. Молодцы, да. Ну, мне очень понравилось, молодцы. Рука чесалась нажать на красную кнопку. Мы готовы выносить вердикты. Я с большим удовольствием сумасшедшей команде скажу сумасшедшая, да. Я говорю да. Я бы вообще 100% сказал бы нет. Хорошо, сегодня я скажу «да». Ребята, я тоже говорю вам «да». Спасибо. И у вас 4 «да», и вы проходите в следующий тур. Спасибо вам большое, удачи.
этнофольклорный ансамбль «Хассақ» деп аталатын ансамбльміз. Бұл жобаға аспаптық орындауда қазақтың музыкасын көрсету үшін келді. Жалпы өзіміздің әрқайсымыз бір-бір аспаптың маманымыз, бірақ та бұл топқа келген соң жан жақты әр адам қазір 5-6-10 шақты аспаптан меңгерген, және сол бір шығарманың ішінде әртүрлі аспаптарды ауыстырып отырып бір шығарманы толықтаймыз. Хассақ ансамбль негізі былай жалпы айтсақ күнде дайындық болады бізде. Концерт болмаған күндері кешкі 7-тен түнгі 12-ге дейін дайындықта боламыз. Одан сырт бірге ақылдасамыз, тамақ ішеміз, былай айтқанда үнемі біргеміз. Өмірде де, өнерде де. Сіздер еріңіз айтылар екен. Бізде ең алғаш осы ансамбльда бірімізден таныстырып, бірімізді ұнатып, ансамбльда жүріп, содан кейін бір жылдан астам уақыт болды. Біз бұл жобаға халыққа тағы да бір саты жақын болу үшін келдік. Бізді телевизордан көріп, аспаптарымызбен таныса екен деген үміт. Және болашақта өз келе жатқан жас ұрпақтар біздің аспаптарымызды ұнатып, және білмейтін аспаптарын толығырақ меңгеріп, өз көздерімен көріп, сүйіп тыңдаса деген үміттеміз. Здравствуйте, как зовут вас? Ержан меня зовут. Справа от меня Нуртуган, Арай, Мөлдір и Дархан. А вы все вместе? Этнофольклорный ансамбль «Хассақ». И какой бэкграунд за этим названием стоит? Хас – это настоящий, сак – это саки, то есть казахи. Прошу. Вот это. Жаханға атын дәлі қазақ елі олы күрін. Бағады бабамыз қыннан тербеді қаламыз. Дібір оянды оянды қазақ саламыз. Саламыз ұрран бабамын анамнан қалған жерімді қорға бөтім. Өлсіз көніңнің қону қаймен жашанарда жау. Ей қазақ салдыңыз саққа қарытпа қалдыңыз жақ. Қолғы көтеріп бөте жалбарын жалбарын қан. Ертеңін болсын деп жақын Woo!
все время меняли инструменты. Сколько и того вы их использовали? Бывает, в одной композиции мы используем 15 казахских национальных музыкальных инструментов. Ну, здесь, наверное, около 10 или больше, наверное. Хорошо, понятно. Гульнур? У меня слов нет. Я ни к чему не могу придраться, поэтому мне все нравится. Костюмы, как вы играете на инструментах, подача, вообще горловое пение. Все супер. Спасибо. Сегодня я вот как-то вот действительно прям следил за всеми инструментами. Мне это очень интересно. Я получил огромное удовольствие. Я родом из самого-самого географического центра нашей страны, из города Жасказгана. И для меня степь, ветер, скакун, запах полыни – это вот… я не могу без этого. И вы мне сейчас это дали. У меня слезы аж на глаза наворачиваются. Я почувствовал себя сейчас дома просто, да, в степи. Гульнур? Я говорю, да. Да. В восторге. Ну, конечно же, да! Подайте мою челюсть, пожалуйста. Вы шикарные, вы крутые, вы просто… У меня не то чтобы… У меня взрыв эмоций внутри, но я еле сдержалась, еле. Спасибо, большое спасибо. Это означает, что вы автоматически попадаете в полуфинал Central Asia's Got Talent. Поздравляю! Спасибо. Они заслужили, да? Браво! Браво! Yeah. Еле себя сдерживала, еле как.